Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Азербайджане, 10 июля посетил аллею почетного захоронения, могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и аллею шахидов. Выразив дань уважения погибшим за независимость и территориальную целостность нашей страны, кардинал возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». Также кардинал Паролин посетил центр Гейдара Алиева. Здесь о деятельности и представленных экспозициях центра гостю из Ватикана рассказал директор Анар Алекперов. Кроме того, в центре Гейдара Алиева кардинал Пьетро Паролин встретился с министром культуры Азербайджана Адилем Керемли. На встрече представитель Ватикана и глава Минкульта обсудили отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, проекты в области культуры, в том числе сотрудничество библиотек и музеев. В ходе встречи госсекретарь Святого Престола получил приглашение на Всемирный форум межкультурного диалога, который пройдет в Баку в 2023 году. Кардинал Пьетро Паролин также посетил приют сестер Милосердия Матери Терезы и католическую церковь Пресвятой Девы Марии в Баку. Визит кардинала продлится до 11 июля. Госсекретарь Святого Престола также проведет встречи с представителями религиозных общин. Отметим, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении, достигли большого прогресса, и сейчас политический диалог между Республикой и Святым Престолом находится на высоком уровне. Эффективные отношения сотрудничества установились также между Святым Престолом и фондом Гейдара Алиева. Важным вкладом в сохранение культурного наследия является восстановление фондом по инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева Мехрибана Алиевой, ряда исторических памятников мирового значения в Ватикане. Эти проекты еще раз подтверждают роль Азербайджана в развитии межкультурных и религиозных отношений, наряду с защитой мирового культурного, исторического и религиозного наследия.